Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья из библиотеки Мидланд. Мы сегодня почитаем с вами сказку. А сказка эта одна из интересных сказок из книги «Читаем по слогам. Крупные буквы. Русские сказки». Книга выполнена издательством «Родничок». И сегодняшняя наша сказка называется «Золотое яичко». Жили-были дед да баба, и была у них курочка Ряба, и снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил. Бабка била-била, не разбила. Посмотрим, кто здесь на картинке. А мышка? Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет баба, плачет дед, а курочка кудахчет. Не плачьте, баба, не плачьте, дед, я снесу вам яичко не золотое, а простое. Вот такая интересная сказка из серии «Читаем по слогам. Русские сказки». На сегодня все. Всего вам доброго. До свидания. До следующих встреч. До свидания.